Котик Босс. Пока определенности нет, но есть надежда. Новости о Боссе. Котик с МКБ болезнями, очками на болезни, из домашнего мини-приюта 9 жизней. Пока все для волонтера страшно и непонятен дальнейший исход. Еще вчера забрала отчеты мочи Босса. По показателям, естественно, воспалительный процесс. Сегодня четвертый день, как мы капаем все ветклиники, чтобы снять интоксикацию и улучшить общее состояние. На приеме померили температурку. У нас норма 38,8. Сняли мочевой катетер. Дома босс наконец-то за 4 дня поел. Немного сухого корма. Проплан уринари. Пока снимаем воспаление препаратами, завтра снова поездка в ветклинику на капельницу. Если за сутки мочевой будет наполнен и моча естественным путем не будет отходить, то операция в нашем случае неизбежна. Так или иначе, от интоксикации, отказа почек кот все равно уйдет. Расходы за вчера и сегодня. Ветклиника 700 рублей за второе и третье. Чек позже выложим общий после погашения долга, как всегда. Аптека 621 рубль. Такси за 2 числа 437 рублей. Общий расход 1757 рублей. Средства на процедуры для котика были взяты из отложенных на корм. Если доложить то, что взято, животные останутся без еды.